привет! Вы на канале Орин Мама Влог. И это видео посвящено розыгрышу среди моих подписчиков. На канале 1000 подписчиков, и поэтому я решила провести небольшой розыгрыш. Значит, условия будут простые совсем, поэтому смотрите дальше. Кто хочет, принимайте участие. И, может быть, именно вам повезет, но сейчас я расскажу. Значит, хочу я разыграть вот такую сумочку, ремешочек. Она абсолютно новая. Ссылочку на всякий случай я оставлю в описании. Это в сумочке с моего интернет-магазина. Вот, кто хочет, пройдите, посмотрите. А условия конкурса простые. Быть моим подписчиком, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк на это видео. Также желательно, но не обязательно, можете подписаться на мою страничку в Instagram, тоже ссылочку оставлю в описании. Но это не обязательное условие, это по желанию. Главное, подпишитесь на мой канал на YouTube. Давайте договоримся с вами так. В комментарии под этим видео вы немножечко расскажете о себе. Мне хочется больше узнать о моих подписчиках, потому что некоторые люди смотрят, комментарии не пишут. Многих я знаю, с кем мы переписываемся также в комментариях. Многих девочек, с многими девочками я знакома, также по переписочкам. А с некоторыми, естественно, я не знакома, потому что люди, хоть, ну, не сказать, что у меня там большой канал, но 1000 подписчиков это... Для меня это много, очень много, я очень рада, и поэтому я хотела бы познакомиться с вами, с каждым, как бы, знать о вас больше. Поэтому, если вам не сложно, давайте договоримся с вами так, что вы в комментарии под этим видео укажете небольшую информацию о себе. Как вас зовут, сколько вам лет, где вы проживаете, допустим, там, есть у вас детки, сколько деток, ну, по желанию, просто по желанию небольшую информацию о себе. Это и будет являться желанием участия в розыгрыше. Розыгрыш наш будет длиться до 9 мая, то есть 9 мая я выпущу новое видео, где будут подведены итоги розыгрыша. Путем специального приложения определим счастливчика, обладателя новой сумочки. Условия простые, несложные, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Время есть, участвуйте. Желаю каждому удачи и вам спасибо. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, спасибо за лайки. Ну и все, всем пока-пока!